сожалению, зря, да. Не хочется, не хочется, чтобы какие-то внешние силы на это влияли. Пожалуй, о перспективах сборной Казахстана лучше сейчас ничего не говорить. От греха подальше, да? Да. А то вот сделал смелое предположение касательно сборной Узбекистана, и все рухнуло. Нет, ну это безусловно сложно, когда год проходит и чемпионат Европы, сразу же и чемпионат мира. То есть, если раньше у нас был только либо Европа, либо чемпионат мира был. Два раза в год, насколько я помню. Один, точнее, раз в два года у нас было совмещено соревнование с Европой и с миром. Поэтому, возможно, просто девочки, ну, не успели, скажем так, восстановиться после... То, что ты говоришь, довольно Европы. Удивительно, ведь чемпионат Европы был аж весной. И с тех пор прошли еще другие турниры, в которых принимала участие команда. Весной, не весной, но все-таки собраться нужно. Это можно... То есть ты хочешь сказать, что выйти на такой вот мега-пик формы можно один раз за сезон, да? Нет, это можно, конечно, это нужно постоянно поддерживать, но когда, естественно, какие-то каникулы, какие-то поблажки девочкам даются, тем более у нас в России, к примеру, вот эта дикая жара. Когда тренироваться, извините меня, в прямом смысле слова, было опасно для здоровья. То есть, конечно, это выбивает на некоторое время из колеи, я не говорю. Просто, возможно, по себе знаю сама. Не могу никак прокомментировать эту музыку. Обручи булавы, ангелы и демоны. У меня даже мурашки сейчас идут. Ночью тебя разбуди, и все движения в точности воспроизведешь. Насколько крепко, вот что называется, в душу въедается этот навык. Хорошо, легко, непринужденно и прям молодцы. Вот у сборной Казахстана так здорово не получилось. Увы, 22-425 тысячных. Не просто было в той музыке, под которой выступали немки, узнать Modern Talking. Mm-hmm. А мелодия, которая, как мне кажется, по возрасту ближе тренерскому составу, нежели спортсменскому. А вопрос. А бывало такое, что вам подбирают музыку, начинают составлять упражнения, и все гимнастки до единой...